Коммунальная авария на перекрестке Холодильной и Котовского помешала жителям района комфортно отдохнуть в каникулы. В ночь на 6 января из-за резких перепадов температур произошло повреждение на магистральной теплотрассе. К вечеру того же дня трубу починили, но при ее заполнении в паре десятков метров возник повторный порыв. Стоит отметить, сети на участке довольно старые, и они не выдерживают температурных перепадов. В этот раз без тепла остались 60 объектов. Повезло, что детские сады и школы не работали в каникулы, а тепло в дома стало поступать спустя полтора суток. Ориентировочно около 9 теплотрассу начали заполнять теплоносителем, очень осторожно, чтобы в очередной раз ее не дернуть и не порвать. И начали доводить теплоноситель до стены дома. Конечно, это не означает, что прямо в этот же час в домах стало тепло, в квартирах стало тепло. Внутридомовые коммуникации должны взять теплоноситель, должны прогреть остывшие дома. Прогрев внутридомовых сетей зависит от работы управляющих компаний. Занимает он от 5 часов и более. В целом новогодние каникулы для коммунальщиков прошли относительно спокойно.